стало известно, что суд приостановил дело о ликвидации Чувашкредитпромбанка. Это решение вынесено вчера, 14 января. Ходатайство поступило от Банка России в лице Национального банка Чувашии. При обязательствах кредитной организации в размере 3,8 миллиарда рублей его активы составляют 3,7 миллиарда рублей. Поскольку принудительная ликвидация банка применяется только в том случае, если у него достаточно средств для покрытия обязательств, дело по производству пришлось приостановить. Сейчас в суде находится еще один иск в отношении Чувашкредитпромбанка о его банкротстве.